Здравствуйте! Сегодня среда, 8 часов вечера, и как всегда в это время вы смотрите информационную телепрограмму «Новости района». О событиях прошедших дней расскажу вам я, Натуся Кучмезова, и мои коллеги. В Кашхабльском районе в самом разгаре уборка главной сельхозкультуры – пшеницы. В продолжении темы наш первый материал. В Кашхабльском районе полным ходом идет уборка зимой пшеницы. На поля ежедневно выходят десятки машин. Сельхозпредприятие создает все условия, чтобы людям было комфортно трудиться. Несмотря на жару, механизаторы, в свою очередь, стараются собрать выращенный урожай без потерь. На сегодняшний день в Кашхабльском районе полным ходом идет уборочная работа озимых зерновых культур. Полностью убран ячмень, рапс. Результаты достаточно средние. Значит, на сегодняшний день по ячменю у нас 45,5 центнера с каждого гектара мы в этом году собрали. По рапсу с каждого гектара 17 центнеров, что является средним показателем по этому году. На сегодняшний день в Кашхабльском районе убрано 4900 гектаров озимой пшеницы. Средняя урожайность данной культуры составляет 47,1 центнера с каждого гектара. С той обеспеченностью, которая у нас есть в районе по технике и материальными ресурсами, надеемся завершить уборочные работы в оптимальные сроки. Уборочная площадь озимой пшеницы составляет 15 408 гектаров. На сегодняшнюю дату обмолочено более 4 тысяч гектаров. Валовый сбор составил 23 тысячи 30 тонн. В хозяйстве ИП КФХ «Азамата Нажева» к жатве главной сельхозкультуре приступили сегодня. Всего фермеру предстоит убрать 170 гектаров пшеницы. На убранное 35 гектаров замеры показали урожайность в 50 центнеров с каждого круга. На поле задействована привлеченная техника – два комбайна ИП КФХ «Заурбек Альхаова». Сил и терпения нашим хлеборобам! В школах Кашхабльского района приступили к косметическому ремонту. Оперативными темпами работы ведутся в Егюрхайском образовательном учреждении, где на днях побывала наша съемочная группа. Интенсивная подготовка образовательных учреждений к следующему учебному году началась уже сейчас. Как только завершили свою работу детские оздоровительные лагеря, в школах Кашхабльского района приступили к капитальным и косметическим ремонтам. Оперативными темпами работы ведутся в Егюрхайском образовательном учреждении, где на днях побывала наша съемочная группа. Здесь проводится запланированный текущий ремонт школьных кабинетов, коридоров и лестничных площадок. В школе началась работа по ремонту. Как только закончился лагерь в субботу, все родители, учителя, классные руководители подключились и начали ремонт. Сделано уже ремонт полностью 10 учебных кабинетов. Дальше сделали ремонт на третьем этаже коридора. На втором сейчас делают. Ну, планируем закончить уже в течение 2-3 недель. Я хочу поблагодарить родителей, которые помогают нам ежегодно по ремонту. Покраска и побелку стен, полов осуществляется за счет средств, выделенных на эти цели родителями школьников, как добровольное пожертвование образовательному учреждению. Не менее радостным событием в этом году для школы является предстоящее мероприятие – замена отслужившей свой век кровли над спортивным залом. Данный вид работ взял под свой личный контроль меценат аула Руслан Мамруков. Кровля площадью 245 квадратных метров будет заменена на металлический профнастил. Работы начнутся в ближайшее время. Вчера свой профессиональный праздник отметили сотрудники госавтоинспекции. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский – преданные своей профессии люди. Подробнее в материале Софии Откардановой. Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции. Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, все более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходимо. Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский – преданные своей профессии люди. Всего здесь работает 8 человек. Благодаря руководителю Аслану Даурову у всех сотрудников налажена работа, каждый добросовестно выполняет свои должностные обязанности. В обязанности входит не только патрульно-постовая служба, но и пропаганда, дорожный надзор, административная практика, технический и государственный надзор.
и в свой профессиональный праздник своих коллег поздравляет. Исполняющий обязанности начальника ГИБДД по Кашхабльскому и Шаргиновскому районам Аскер Хуажев. От имени руководства ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский и от себя лично хочу поздравить личный состав ГИБДД МВД России Кашхабльский с профессиональным праздником ветеранов госавтоинспекции. С этим праздником хочу пожелать здоровья, успехов, долгих лет жизни и семейного благополучия. Вот и закончилась пора сдачи ЕГЭ для учащихся общеобразовательных учреждений. В этом году ученица 11 класса СОШ номер 5 Алла Плечипсин Жанета Балокова достигла максимально высокого результата. Вот и закончилась пора сдачи ЕГЭ для учащихся общеобразовательных учреждений. От того, насколько успешно были сданы экзамены, зависит будущее выпускников. Мало кому удается получить высший балл при сдаче ЕГЭ. В этом году ученица 11 класса Бличепсинской СОШ номер 5 Жанета Балокова достигла максимально высокого результата. Как стало известно, в этом году в Республике Адыгея всего 3 выпускника набрали по русскому языку 100 баллов. И одна из них – это наша выпускница Жанета Балокова. Это результат кропотливого труда и таланта Жанеты. Эта девочка – большой трудоголик, которая имеет много наград и дипломов на протяжении 11 лет учебы. У нее имеются дипломы победителя и призера региональных туров Всероссийской олимпиады по государственным языкам Республики Адыгея. Также Жанета имеет 2 сертификата о прохождении языковой практики в Лондоне и Праге. Ее аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении с золотым отливом – это результат ее усердного труда. И эти результаты говорят сами за себя. По русскому языку – 100 баллов. Математика – базовый уровень. Набрала самые высокие баллы – 5. Химия – 92 балла. Биология – 82 балла. Хочется отметить не только ее усердие в учебе, но и ее участие в общественной жизни школы. Она участвовала во всех мероприятиях и старалась помогать всем своим одноклассницам. Добрая, милая, чуткая. Одним словом – солнышко. Именно так называли ее одноклассники. Хочется поблагодарить родителей Магомеда Адамовича и Зарему Казбековну Балоковых за воспитание такой трудолюбивой, умной, отзывчивой девочки. Она подняла престиж не только школы, не только аула, но и района. Мы любим и гордимся Жанетой и желаем ей достигать всегда самых высоких результатов. С первого класса было видно, что Жанета будет старательным учеником. Всегда была уверена, что она достигнет отличных результатов. Жанета с первого класса занималась очень хорошо, очень трудолюбивая, исполнительная девочка. Вот если ей домашнее задание я задавала всему классу, она задание выполняла и еще дополнительно обязательно занималась по тому предмету, по которому она выполняла это домашнее задание. Она была и в общественной жизни очень активная девочка, любила петь, танцевать. По всем предметам она, вот я даже не могу сказать, что по какому-то предмету она занималась сильнее. По всем предметам у нее были очень глубокие, очень прочные знания. Ее, конечно, в этом поддерживали ее родители. Они интересовались, занимались, дополнительных материалов много ей покупали. Вот поэтому я считаю, что она добилась того, чего она добилась, 100 баллов заслужила. Это у нее заслуженные баллы. Я знала, что она в дальнейшем будет вот отличницей, что на золотую медаль пойдет. И, ну, может быть, 100 баллов я не думала, что наберет, но больше 90 баллов, что наберет, я была на 100% уверена, потому что у нее были очень прочные знания, очень... Такие вот с детства, с первого класса, да, вот с первого класса у нее были вот такие прочные, очень такие знания, сильные. Что вы можете ей в дальнейшем пожелать? Чтобы ее жизнь была вот такой же светлой, такой же удачной, счастливой, и чтобы дорога была постоянно вот такой светлой, чтобы у нее было много счастья, здоровья и в дальнейшем успеха во всем, во всем. Высокие баллы просто так не даются. Это итог кропотливой и усердной работы.
95% – это заслуга самого ученика, ведь многое зависит от него самого. Что могу сказать? Она моя ученица, она моя племянница. Я ее училась 8 класса. Вот иногда многим кажется со стороны, что высокие баллы, они легко не даются. Это результат упорного труда, систематического труда. В течение не одного года, как у нас некоторые думают, а начну готовиться в сентябре месяце еще у меня. Хотя ребенок заведомо знает, что будет сдавать, допустим, химию или там какой-то другой предмет, ну, не занимается. Поэтому все, что хорошо и быстро делается, это, как всегда, результат очень упорного труда. В прошлом году Жанета, по ее же просьбе, она писала пробные вот с теми, кто должен был химию по выбору сдавать. Она тогда уже, мы еще не закончили курс органической химии, он объемный довольно-таки. Где-то в начале февраля она уже набирала 78-80 баллов, играючи. Но опять-таки, вот я слышу, быть такого не может, звонят с других школ. Может быть такое, потому что это ребенок, она 100-бальник с самого начала, с первого дня. Базовый уровень, когда очень хороший, когда с удовольствием с ребенком занимаешься. И репетиторство – это не панацея. Я всегда считала и считаю, что 5% – это заслуга учителя, 95% – это заслуга самого ученика. Это его упорный труд, это его системное знание. А учитель, репетитор, скажем так, может просто помочь систематизировать знания, оперировать какими-то понятиями, научить пользоваться знаниями, которые, да, привести все это в порядок. Поэтому я, конечно, рада за нее. Я и рада за нас. Хотелось бы, чтобы дети поверили в себя, что это реально, сдавать можно. Но ничего быстро не делается. Ни сентября месяца в 11 классе, и ни в 10 классе 2 года. И как нам один наш преподаватель говорил, ученик не сосуд, который учитель должен заполнять, лютый нам говорил Виктор Петрович, а факел, который учитель зажигает, а гореть дальше, гаснуть, это уже сам ученик определяет. Ну, естественно, это и заслуга ее родителей, которые, скажем так, привили ей вот такое трудолюбие. Я уверена, что она и дальше будет по жизни 100-бальником. Сама Жанета рада, что смогла оправдать ожидания родителей и учителей. Жанет, ты ожидала, что наберешь такие высокие баллы по ЕГЭ? Ну, если честно, я не рассчитывала на 100 баллов именно по русскому языку, потому что 100 баллов ставится редко. И я считаю, что если я получила 100 баллов, то мою работу очень высоко оценили, и я даже в какой-то степени чувствую гордость. По химии у меня 92 балла, и по биологии 82. Ну, по биологии я ожидала примерно столько баллов, сколько я получила. Ну, по химии тоже чуть больше, чем я ожидала. В дальнейшем куда ты собираешься поступать? Я хочу поступить в медицинский университет. Ну, город пока еще не знаю, куда я попаду, наверное. Как давно ты занималась по этим предметам? Ты ходила к репетиторам? Да, я занималась с 9 класса по химии, с 10 по биологии, ну и усердно последний год занималась по всем предметам, по которым я собираюсь сдавать экзамены. Ну, в общей сложности где-то 3 года усердно я занималась. Кто тебя в этом поддерживал? Ну, вот, в первую очередь родители меня поддерживали всегда на протяжении всех лет, когда я занималась. В школе меня поддерживали учителя, директор школы поддерживал всегда. Ну, все мое окружение как бы волновалось за меня, все поддерживали. Ну, их вера в какой-то степени мне, конечно же, помогла сдать экзамены. И я рада, что я смогла оправдать их ожидания. По словам твоих учителей, они говорят, что ты с первых дней лидер в классе, отличница. Каково это быть лидером в классе? Я бы не сказала, что я прям лидер в классе. У нас много активных ребят в классе. Ну, я просто была одной из них, я так думаю. Вообще класс у вас дружный. Расскажи немного о своих одноклассниках, о ваших взаимоотношениях. Ну, конечно, как и в любом другом классе, бывали недопонимания, ссоры, но в целом у нас очень дружный класс.
Все друг друга поддерживали, все друг к другу хорошо относились. Ну, я, конечно, очень сильно люблю своих одноклассников, я очень привязалась к ним за все 11 лет, и я буду по ним скучать. А в каких конкурсах ты принимала участие во время учебы? Ну, я принимала участие в олимпиадах, я ездила по разным предметам на олимпиады и в республику, и муниципальный этап. Бывало, я занимала места призовые. Ну, также я занималась английским языком, ездила в разные страны, изучала, ходила в школы, получала сертификаты. Это тоже, конечно, мне помогло, но это было для себя, не для школы. У нашей Герени есть две сестры, старшая и младшая. Они так же, как и она, учились и учатся на отлично. Насчет выбора профессии долго не думала, всегда хотела быть врачом. А почему ты выбрала именно мед? Ну, я думаю, что это мое. Мне это все было интересно, и когда говорят, что это трудно, я думаю, это не повод не поступать в мед. Если человеку нравится, то он обязан. Но это не та профессия, куда можно заставить пойти ребенка. Если ты не хочешь, то нельзя, конечно, но если есть желание, то надо. Я тоже подумала, что это мое, мне это нравится, и никто меня не отговаривал. Хорошо. Может, у вас в семье есть, кто работал в этой сфере? Родители или тети, дяди? Нет? У меня двоюродный брат работает хирургом. Родители нет, они не связаны с медициной. Дядя мой работает тоже врачом. Ну, в какой-то степени это тоже как бы касается нашей семьи, да, повлиял на мой выбор профессии. Родители не были против, да, твоего выбора? Ну, сначала они даже были против, но потом, когда они поняли, что я сильно хочу стать врачом, они начали меня поддерживать и тоже направляли меня. А кем они тебя видели в будущем, если не мед? Куда они хотели, чтобы ты поступала? Ну, они мне не навязывали какую-то профессию, они предоставили мне выбор, и я... Ну, как бы почти сразу сказала, что я хочу быть врачом. Для меня школьные годы – это самое чудесное и светлое время, которое я никогда не забуду. Школа – это то время, которое не может забыть ни один ученик, а к ним отношусь и я, потому что школа, в которой провела я 11 лет своей жизни, останется для меня самым светлым, наверное, воспоминанием в моей жизни. Я благодарна абсолютно каждому, кто работал со мной, кто наставлял меня, кто учил меня. Ведь без этого, наверное, не было бы и моих высоких баллов. Также, помимо учебы, они всегда прививали мне моральные качества, положительные. Это же воспитание в какой-то степени. Поэтому я благодарна каждому учителю, я благодарна директору школы, завучам. Всего в этом году СУШ номер 5 Аула Бличепсин выпустила 14 учеников с двумя золотыми медалистами. Это Жанетой Балоковой и Айтей Чамбалоковым, 11-кратным чемпионом по футболу. С нашей стороны хочется поздравить всех выпускников с успешной сдачей ЕГЭ, пожелать дальнейших успехов в учебе. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Молока. Это те, кто своих беде не бросает. Это те, кто рядом, когда они нужны. Не один раз на камеру, а каждый день после школы. Это тот, для кого дети не бывают чужими. Это тот, кто готов поделиться самым необходимым. Это те, кто ценит жизнь.